Добрый день, друзья! Пустыня у многих путешественников ассоциируется с полным отсутствием жизни. Бескрайние пески, изнуряющая жара и проносимые ветром сухие растения. Но некоторые пустынные районы планеты способны удивить даже самых опытных туристов. В американском штате Нью-Мексико находится одно из природных чудес мира – пустыня белых песков. Индейцы Апачи дали ей более поэтичное название – фарфоровая, потому что здесь находится самое большое месторождение гипса. Лежит она в окружении гор и охватывает огромную площадь более 710 километров. Пустыня постоянно находится в движении, и под воздействием ветра в ней формируются невероятно красивые барханы. Пустыня белых песков носит статус национального памятника США. В Египте у туристов есть возможность посетить необычную черную пустыню, представляющую собой местность, покрытую множеством холмов, которые возникли вследствие вулканической активности. Тысячи лет назад они извергали множество черного пепла. Мрачный и одновременно невероятно притягательный пейзаж коричнево-оранжевого цвета кажется неземным. Полюбоваться им приезжают туристы со всего света. В США на территории штата Аризона находится цветная пустыня с неповторимым внешним видом. Своим названием она обязана особенному типу почвы, который формирует в этой местности необычный ландшафт. Во время экскурсии по пустыне можно увидеть невероятно красивые полосатые холмы, которые напоминают слоеный пирог в разрезе, а также раскрашенные в разные цвета долины с типичной пустынной растительностью. Цветная пустыня была объявлена природным памятником национального значения. Еще одна необычная пустыня Ленсойс-Мараньенсис расположена в Бразилии. Ее отличает обилие красивейших лагун и прудов с кристально чистой водой. В этой пустыне, в отличие от многих других, часто идут дожди, вода от которых скапливается в низинах и формирует невероятной красоты пейзажи. На фоне белоснежных дюн озера и лагуны с водой небесно-синего цвета выглядят просто поразительно. Многие туристы специально приезжают в эти удивительные места, чтобы купаться в озерах и принимать солнечные ванны, лежа на мягком белоснежном песке. В Канаде на территории штата Юкон находится одно из удивительных мест на Земле – пустыня Каркросс, которая официально считается самой маленькой в мире – всего 2,6 квадратных километра. И выглядит как декорация к фильму. Обойти всю территорию самой настоящей пустыни можно за пару часов. Здесь любят проводить время поклонники сандбординга. В последние годы пустыня официально находится под охраной государства. Австралия тоже славится многообразием пустынных пейзажей. Одна из самых необычных пустынь континента – Те Пинаклс – находится на территории национального парка Намбунг. Здесь, помимо традиционных песчаных дюн, можно увидеть невероятно красивые природные скульптуры из известняка, которые устремлены в небо на несколько метров. Пустыня башен привлекает туристов именно этими необычными формированиями, возраст которых составляет более 25 тысяч лет. Песчаные дюны красного цвета можно наблюдать в Австралии, в пустыне Симпсона. Кроме необычного цвета, интересной особенностью являются параллельные дюны, которые считаются самыми протяженными в мире. На территории пустыни можно увидеть и уникальные растения, и редкие виды животных. Здесь были обнаружены крупные месторождения нефти, которые в настоящее время полностью выработаны. Множество интересных тайн хранит пустыня Бадынджаран, расположенная в Китае. Только в этой пустыне можно увидеть песчаные дюны высотой до 500 метров, сформированные под действием сильного ветра, характерного для этих мест. Песчаные дюны издают громкий шум, который исследователи неофициально называют «свист песков». Здесь насчитывается более 100 водоемов, которые являются уникальной природной достопримечательностью. Удивительная пустыня Иордании Вади-Рам завоевала мировую известность благодаря своим неповторимым марсианским ландшафтам. На ее территории снимали сюжеты нашумевших современных фильмов «Красная планета», «Марсианин», «Трансформеры» и другие.
Во время путешествия по пустыне можно увидеть живописные горы, на которых исследователям удалось обнаружить наскальную живопись. Самыми известными достопримечательностями пустыни считаются скальный мост Бурдарок и каньон Хазали. Пустыня является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. На юге Калифорнии расположена достопримечательность мирового значения – национальный заповедник пустыня Анзаборега-Десерт, известная под своим неофициальным названием как «Цветущая пустыня». После сезона дождей значительная часть территории покрывается яркими полянами цветов. Полюбоваться на это удивительное зрелище приезжают исследователи и туристы со всего мира. А некоторые районы пустыни поражают своими диковинными каменными изваяниями, выветренными пещерами, которые на протяжении тысяч лет формировались под воздействием ветра, воды и эрозии. Друзья, пишите в комментариях, какие пустыни вы бы еще добавили в этот список. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Если вам понравилось, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем здоровья и до новых встреч!